тебе. Вась, привет! Минус Рома. Да, да, не дойдешь, сейчас минус. Я его перетащу, нормально. Так, давайте спешиваемся, по прямому двигаемся, я машинку подгоняю. Голова щепетина, а то сейчас всех покрывает. Сука, мы скорую не вызывали, бро. Все, впереди, чувак. Бляшка прилетела мне, блядь. Минус один! Нифига вас, сколько повернул. Сразу снять. Минус Дэн Пропас. Я, сука, Спитер ушел в армию. Да, на машинке наш ДШК есть еще с перезарядкой, можно поставить. Да, наверное. Ну, давит хорошо.
Живым сдался? Остался живым. А, я живы. ПЗ жив. ПЗ разве у нас? Да. У нас минус 4 человека с нашей стороны. Самые крикливые? Ну, это Бисмут, Роман, Дэн и кто-то еще. И вроде бы Укроп. Ну и что, штурмовать будем или будем ждать, пока они сами выйдут? Ну, а когда они будут выходить, то мы уже с чего проиграем. Нет, они когда уйдут, мы проиграем. Боя штурмовать. Только с маленьким количеством для штурма. Да, поэтому я думаю, что сидеть ждать пока. Вертолет пролетит, они сами повылезают из дыр. Главное дырки все прикрыть. И все. Ни хрена себе, это как? А, вот как, понятно. Кочегар. Через дырку. Инвалиды убили. Что за люди? Да, я его не добил. Он другой тебя убил. Ты этого да не добил, он уже каменный. Инвалиды, что за люди? У меня ног не было. Че ты по бомбам ты бегаешь? Так я, блин, вроде далеко ее бежал. Она с растяжкой. Конечно. Черт. Надо было расстреливать. Да, я что-то не подумал. Арма такая, надо достреливать. Правило без сознанки, но... Попал. Да. А этот в камне залагал. Махнул. Махнул сдох. Нет, не сдох. Спустились, я не мог. А, сдох. Сдох. Не, а ты его отправил был. Без сознанку до этого. Чё мне со звуком в армию? Что у тебя с ним? Да, он как-то лагает, то его слышно, то нет. Самих автоматов очередей и прочих видно. А... Бытовой, наверное. Или сэмплинг, вот и меня он, наверное, нет? Либо, короче, стреляют будто где-то в упор, хотя стреляют где-то вообще вдалеке. Причем Рубеку словил Дэн, и она приземлилась не в землю, а именно в него. Если понятно. Бы он отошел, он бы нас спас. Так, я палочку от Помза вижу, а где Помза? Или что-то еще разминировал уже? Похоже, что разминировал.
Че, стингеров у них нет? А, все умерли. А по кому они будут а работать? Где, короче, полочка бомба? А вдоль стенок, откуда он бежит сейчас? Он пробежал прям по палочке, значит разминировал. По замку-то вертолет работать не будет, поэтому, в принципе, никаких проблем. По углу, может, или по озброне? Да. Ну или по бейсе. Да еще найти надо. Сломанные руки! Ненавижу вас! Кайф. Снайпер, кстати, потерялся, у него руки тоже сломаны были. Так он, я его бы убил, вы видели? У меня типа текстурка, короче, я не мог его прострелить. Хотя позиция вроде вообще идеальная. Да. Я уж первый заметил. Так тупо вообще, просто тупо. А я убил его потом? Ну, да, ты его потом убил. Бесит. О, стингер, нашли. Нашли? Угу. Кто? Поводок? Пикапчики. Чем вертушка занимается? Это они высадятся, собрались кусок, то есть? Не. Тур? Они собираются в тур пустить. Точно. Нет. Или они штурмовать есть? Собрались? Походу. Обороняющиеся так не это не дождутся тогда. Два обороняющихся там осталось, я думаю, дождутся. Ну я. А сейчас БХ приедет. Вот когда она приедет, то это БХ. Она вообще мало проехала. Да, да. Он везде пытается, его уже противник видит. Он вокруг заварока катается, короче. Наставь поехал. Все, минус мерк сейчас будет. Нет, не будет. А что, он зашел? Все нормально? Нет, там... Это... По стеночке? Нет, его видно с позиции... А, все понял. Кто? Слушай, смотри, у Декфора и у обе что-то какие-то пушечки. А, 12. Метис! Метис, да. Сейчас, камера ракет, что красота была. Так, вид из снаряда вот. С теплаком, наверное, еще. Да. Ну, а какой еще? Да это кусок говна. Ой, да. Это не ты слепой, а кусок говна, да. Да дело не в том, что я он слепой. Он по тебе не стрелял долгое время, а ты его не увидел. Так не, я не спорю. Суть в том, что посмотрите, какая большая территория, и в этой территории прячется... Какая маленькая территория. Не, маленькая территория, большая. Зачем? Какая маленькая? Вы что, угорали? Приехала. Тут можно, я не знаю, так развернуться просто. У нас просто Бэха всей группы решала, можешь посмотреть, где она сейчас. Как бы они из замка-то выходить не могли. Она обратно его куда-то угнала. Какая тут большая территория. Да не, а Бэха ему что-то отдали? Совсем. Чего а я не знаю, топографический Бэха? Кретинизм у человека, надо же инвалидам давать поиграть. Так он снизу, почему не Бэха? Сельки стоит. Видишь, стельки? Да, сельки стоит! Ладно, пусть катается, что. Правда, не могу понять, что они там с Декфором пытаются сделать обе. Как бы дальность типа большая летит. Довольно. Дальность. Ну, метис там летит. Там полтора километра у метиса. Два. Все. Да? Я нет, просто больше. Подумал, уже осталось 1-2 человека. У нас же сборка. Два человека я осталось. Воговская. Да. Ну так два. И в ней полтора километра уже. То есть не долетит? Мне кажется, нет. Но хотя я могу ошибаться. Хотя они тут, может... наверное, хватит. Еще бинокль смотрят, там же теплак встроен. Да. Или убрали его. Где они себе да, все это начитерили, можете такая? Сказать? На базе. Не знаю. Ворон не знает, а? А какая вообще, расскажите суть, там что-то с вертолетом связано, что? Короче, группа спецназа гуляла по Такистану, на них там наехали такистанские бандиты, грубо говоря, да. Они укрылись, эти спецназ укрылся в разрушенном замке и вызвал поддержку с воздуха, то есть эвакуацию. И сидит, ждет.
Так, ну, короче, талибы должны штурмануть этот замок, но да. У вас штурм еще не доехал, он заблудился. Не, вопрос, да. Как смыться вот этим чувакам из замка? Ждать не, никак. Опа, нашли их, нашли. Кого? Вертолетчиков, говнолетчиков. Ну их Карыч давно уже нашел. Да они больно долго сидели. Сидят, а что это ми... Стоп, а Ми-24 я вижу. Да. Я не знаю, они какой-то фигни. Да, они... Карыч их нашел, что ли? Да. Сейчас минус Карыч, видимо, будет. Подбили что? 24? Нет, не подбили, они сели. Техника вообще все миссию зарумила. Один доехать не может, другие... Ну ты, ну, ты посмотри, ну... Блин, скрины делать умеет, а играть не умеет. Ну. Фига по ним стреляет, лол. Ну? А как увидели вообще? Там видели, где вертолет садился. Четыре. Так один с вами был, отстреливались. Он их, кстати, подавить может, а они ничего не сделают, если только в окошко не попадут. Короче, лагает. Ну он бессмертный тогда от метиса, если он да. Лагает. Если там термобарический. Знает, все там все то. Попали, поехали. А Демьян круги нарезает все. Да, он не обязательно там есть. Это очень странный геймплей. Причем он приехал к заворачиванию, потом поехал на восток опять, и опять заблудился и на юг теперь поехал. Я не знаю, чем он там занимался. Слив, не знаю. Летит, летит, летит. Короче, убегай. Мимо. Мимо. Лошар. Ну, блин, с рук трудно на самом деле вы. А чё, один не с руку, один вон стационарный. Ну все, одного больше метиса, кажется, нет. Нет, все есть. Ну нет, твои не поставили, и тоже сесть не могут. Там же надо, по-моему, с носа заходить, чтобы сесть. Нет, боку можно. Вообще, через КСВ меню можно, чё не тупят? Да. Нет, это ты там под метиса можешь оказаться. А, 112, отлично. На такие дистанции. Нет, в принципе, можно. Поди с разрывными. Да, разрывными можно реально, сам проблем нет. Демьян, короче, просто по кругу катается. Да, он реально катается по кругу и второй раз. Топографический кретинизм у человека. Паш, может, поможешь? Человеку сказать, чтобы он ехал к замку. Да ему помогает, он сейчас играть инвалидом. Еще больше за это запутаешь. Было бы тут возможно. А если на луне идет сценарий? Это 40 минут. Блин, вторая армана. А есть вооружение на луне 4? Конечно есть. Да, есть. А чё они ждут? А по кому стрелять? Гравить лучше, джавелин. А чё они ждут? Вон они полетели. О, ну сейчас их Вул должен сбить. Нет. Почему они с метиса так развернуто не бахнули? Бахнули, промахнулись. В смысле, это да, с рук стреляли. А вот которые поставили. Подойти бояться, может быть. Гейминг. Короче, с двух сторон просто гений тактики. Сейчас может быть. Да. Вот оставляю, как они сейчас взлетают, их так это, ну... Зеленую цвету 4 года. Убивает с... А куда она кончится? Слушай, зеленый один кончился. А, один? Да он с лестницы упал, ничего произошло. Не-не, его убил, категорично. Да. Вижу, как ты. А, слушай, не выходят, чтобы со стингера не словить. Хотя. Угу. Ну, все найдут новые. Хотя нет. Нашел он, Вул нашел, да. Вся надежда на Вул. Давай. Летит. Это ужик. Мимо. Мимо. Надо было ближе. А мне кажется, что это все. Короче, я так понимаю, тур для лохов. Да ладно. Как это еще?
Выживет. Если выживет. Бэха для пацанов. Которые не хотят воевать, которые пацифисты. А сколько вообще стингеров вот этих? Два. У Кары чаще есть. Че, лол, они прям вроде над Бэхой пролетят. Вы заметите? А где они на сайте? Смотри, я сейчас круг какой беру. Вот тут привет, и они сейчас повернут мою. Да, что делать? Сейчас духа берут. Че, не садятся что ли? Все с ней нормально. Мне кажется, что имеет смысл рубить. Нет, не имеет. Как? У зелёнок бэха и всё. Пять человек живых, ты ещё слишком много мяса. Да. В кого? В забор. А-а-а. Ну это да, мама. Он ее расстреливает. Да, ломаная бэха, я тебя ненавижу. Почему? Ты что, карты нету, что ли? Да я не знаю. Зачем ему технику дали, бля? Кто ему дал технику? Это отстрел здесь. То он появился, там техника была. Ехать, наверное, только на БМП можно было. Это бок, можно было бы... Кто ему запретил? Да, кто ему запретил на отстреле? А чё Каркарыч куда просрал свой вкус? У него ВДВ там. Ну у него еще на плече. А, типа на спину взял? Да, скорее всего. Еще мне кажется, кочегар. Кто? Каркарыч. Ну-ка. Че они так медленно видят? Сканируют. Это наноблёд. Ускоряются. По микрону пролетают, знаешь, секунду. Да нет, уже быстро летят. Вот и стингер. А, это бисмут. Оу. А сколько он-то 9-микронная проволока выдержит веса? Ну хрен ее знает, но я пальцами нарвется. Че, убили? Он дождется, когда перестанут стрелять. Ловушка, да, у них и так где-то немного осталось. Они ему спалили. Машина. Да, выхода рука. Сейчас направо пить повернет. Резко причем, да? Путешествие Демьяна продолжается. И опять не туда. Заварак едет опять. Паша, скажи ему, что Демьян завтра. Нет, ты не отпустишь, у него гейминг будет свой. Ну жалко человека уж. Может, он заправку ищет в городе. Так, представляете, как его бомбить сейчас самого. Да, бомбит почему-то меня. Он думает, те смотрят, охуевает. Да. Ну, Карыч. Факт. Опа, кого? Вула. Вула. Оу. Оу. Здорово. Да. Ааа, ё-моё. Чё, вот как поиграл? Били... Что Мишку не сбил самое обидное? Вула, чё у вас БМП? А выбито? Нет, выбито нет. Ну, можно считать, да, выбито. На третий круг, короче, на одной месте. Миссинг ин акт. Третий, короче. Не, не стреляй. Ай, зря. Попал. Есть. Ребят, самое обидное. Пацаны выпали. Самое
самое обидное, я бы раньше бы сбил. В чем была проблема? Это раненый. У меня, короче, залочилось, да? И... Да не спил, они выпускали ловушки. Они выпускали ловушки, они потом... Слышь, обе походу... А, обе вырубился, ясно. Не смотри, в чем прикол, короче. Нажимаю на выстрел, все... Бам! Короче, бам! Пропадают. А обе прицел обычно лагает у стингера. Мне прям это очень не нравится. Просто посмотрел момент, лог просто скидывает мобильный. Слушай, это... Так а чё, обидно, она... Так фор может бейхи, может слетать. Да это нормально, ему пешком бежать. Сейчас карась завершается. Короче, из Такистану и... Не, карась полная. Или из Петра. Да... Надо заехать. Ща, Декфор, по-моему, сдохнет там деревья. Выживет? Да, да, умер, умер. А, как полетал? Меня визор. Нормально. Я его руки, короче, видел. Блин, бить. Взял 12, думал, сейчас настреляет. У визора слушай, а что ты дерево? Почему? Или обе, или ты развернули, короче, это. Мне кажется, убить пора. И это. Обе развернул. Ну да, я не сел в него. Ну можно было зарядить. Какой рубить? Какой рубить еще Русня не убил? Еще вон коробочка у зеленых осталась. Да. На полный круг вокруг земли сделают. А чё, кстати, на кого-нибудь? В МФКСе. Ты посмотри, кем вы... Дамьяну включи. Мину разминировал, у него помза там стоял, он хочет выйти. Говорите, что надо. Руби. Да не руби. А что там БМП делает у них? Она третий круг, короче, там пустыни наворачивает. Она, ну, вокруг заворака катается, может, она его охраняет, я не знаю. Ой, давай что же рубить, правда, это какая-то ничья, мне кажется. Руби, все. Красные победили. Здесь коробочка. Победа обороны, что тут, всех перебили. Дамьян победил, все. Да, Дамьян победил. Победа атаки. Что, можно идти без... Ну если можно да, выйти из вертушки, смысл ее вызывать? Бисмут, вот если бы вы там два варианта были. Бисмут, вот если бы вы четыре, чтобы там... Шел ГПХ прямо об него разорвалось просто. Короче, красота.